Тем временем в Дагестане предотвращен крупный теракт. Саперы разминировали автоцистерну, с которой заправляли жидкий газ, на газозаправочной станции в Буйнакском районе республики. Информация о том, что цистерна заминирована, поступила накануне в 16 часов 40 минут. Сообщается, что сотрудники МВД по Дагестану отогнали машину в поле, и уже там, на безопасном расстоянии, специалисты ФСБ обезвредили бомбу. Она была прикреплена к днищу цистерны. Представитель оперативного штаба заявил, что мощность взрывного устройства по предварительным данным составила 1,5 килограмма тротила.